Привет. Сижу на пляжу, наблюдаю такую картину. Нашла какое-то уютное, закромное местечко. Пришла толпа людей и встречают молодоженов. Думаю, господи, что они все сюда приперлись, целая толпа. И смотрят на меня, как будто я у них что-то тут, не знаю, что, пейзаж порчу. Сзади меня какое-то здание старинное. Думала, они на здание пришли смотреть экскурсию. Они, оказывается, встречают молодоженов. Свадьба в Сент-Тропе – это типа круто. Вот так вот. А еще думаю, вот этот кораблик, он тут стоял, я что-то завтыкала, потом он резко исчез. Думаю, как он успел так быстро уплыть? Он, видать, куда-то плавал за молодоженами. Угу. Вот такие вот богатые, изобильные люди. Вбираем, впитываем вибрации изобилия. Не могу услышать, разобрать, на каком они языке разговаривают. Французы, наверное. Посмотрите, какое скромное платье у невесты. Вообще никаких изысков, просто скромное белое платье. Классно, правда? Без всяких этих рюшечек и извращений, короче. И фаты нет, и на голове ничего нет у нее. Блин, они закрыли. Не видно. А где жених-то? Что-то я жениха еще посмотреть, что на нем. Блин, я не обратила внимания, кто жених. Как он выглядит. Ну, я так поняла, жених там такой в шляпке, что ли. В брючках такой простой, в шляпке. Это жених, что ли? Я не понимаю, кто из них жених, блин. Я пропустила момент. Надо будет перемотать видео, посмотреть, с кем она с яхты вышла, с кораблика, с этого. Ну, слушайте, это, наверное, или к деньгам, или к любви. Это классно. Я так пришла сюда, думаю, посижу часок-два. Просто мысли отключу от всего. Сидела, музыку слушала, а тут бац, свадьба прикатила. Классно. Стопудов это классная, это самая примета классная, короче. К деньгам, к любви. Я как раз тут это вибрации опять же создаю. Вот оно как-то, да, классно, классно. Мне так нравится. Ну, я желаю им мысленно удачи, счастья, любви большой и большой и страстной. Классные люди.